Всем привет. Привет, я расчесываюсь. Расскажи, куда ты собралась? Я ужасное место, просто ужаснейшее место. Но очень вкусное, да? Все толстеют. Но очень вкусное, да? Сейчас пойдем в Мак. Долгое время в Маке. Да ладно, если кто-то в Инстаграм смотрит, то не отмажется. Сейчас мы в Мак и поедем, нас там кое-что попросили сделать, поедем, заедем. Подарок людям на день рождения надо будет купить, помочь. Все, как всегда, у нас все в сборе. Сумику, куча игрушек. Вот такие игрушки. Вот такие там какие-то с карточками. И вот тут ему, кстати, Тёма, там смотри, там тебе еще должна быть одна. Открывай, открывай. И вот еще какая-то на Хэллоуин. Какой-то подарок. Ух ты. Я не знаю, там кто. Давай потом в машине откроем, посмотрим. Ладно, ложи свои игрушки, сейчас в машине посмотрим. Приятного аппетита. Голодающие вышли. Да. Да ладно, вы на. Будешь игрушки показывать свои? Да, сейчас в машине покажем. Распечатаем, что там на Хэллоуин игрушку подарили. Боже, он хотел только чтобы все взять распечатать. Я говорю, жди. Пошло, пошло уже распечатывание. Давай. А, ну, посмотрим. Что оно там такое? Держи коробочку, будешь туда слаживать сейчас игрушки свои. Ух ты. Ну конечно, нашла куда поставить. Есть подлокотник. Где? Я думаю, это вот удобнее будет. Все. Ой, а что он назад идет? Лунная походка? Наверное, да. Да я. Блин, качество игрушек такое у них, да, интересное? Все, хватит, чуть-чуть, хватит. Сильно не крутить, Омочка. А, да, тут видишь, сильно не надо крутить. Он назад идет. Видишь, зай? А, Тёма, не в ту сторону крутил. Нарисовано. Ага, прикольно. Он даже назад идет. На, держи пока. Держи. А это что такое получается? Там? А это, не знаю, то ли наклейка, то ли просто. А, или просто какая-то что-то рассказано на ней. Так, ложи в коробочку к себе. Это фото наклейка. Так, следующее. Что это такое? Я не знаю. Звук. А, да, да, оно именно звук и выдает. Такой. А. Поставить? Ну, нарисовано, видишь, типа рукой бах, и будет звук. Короче, и какие-то, какая-то карточка, кстати, к нему. Покемон. Покемон? Ну, это, видела, было написано при входе в Макдональдс, на, ложи в коробочку, что игрушки с прошлых серий вернулись. Угу, вот их там сколько там всяких разных. Были, да. А вот это был отдельный подарок от Мака на Хэллоуин. Ты понял, кто это? Кто это, Тёма? Ну, а ну, кто это? С какого мультика? Из монстра. С монстров? Это Кракен. Кракен? Прикольно. Да. О, смотри. Вот, разрисовываешь. А, волк. И ставишь к нему, смотри, вот и так. И карандаш, ну все, все, потом уже будем. Вот, ух, смотри, ты. Разные. Ух ты, а ну дай. Прикольненько. Это будет выглядеть вот так. Вот так. И. Так. Вот так должно это все. Оп. Вот так. Это картина. Прикольно. Вообще реально прикольно. Дай. Все, вот это вот убирай. На. Дай мне. Ложи в коробочку. На, боже, все. Все, поехали наконец-то дальше. Рассмотрели все подарки. Едем дальше. Ты же демоном хочешь быть? Нет, я хочу болевой быть. Это паук. Пауки, там много пауков. Я хочу быть бабой-ягой. Везде куча на Хэллоуин, ничего, мы ничего не пропускаем. Вот это. Ага, ведьма. Шапочка. Ведьма. Мне из образа не надо выходить, правильно? Папа. Наверное, да. Папа. Что это такое? Пауков 8. А, это типа привидение. 8 пауков там? Видишь? Угу. Вот так вот оно разлаживается. Разлаживается. Короче, ладно, выбираем. Набрала себе. Короче, чувствую, комната у нас будет реально как на Хэллоуин. Я не буду показывать. Я уже все показала, вот да? Уже все показала. А Тёма уже сдался. И Тёма там все, скоро будем заниматься разукрашкой комнаты. Хэллоуин. Да? Скоро у нас Хэллоуин. Хэллоуин? Мама, кстати, уже с полной сумочкой. Я уже себе сумочку купила. Идем на кассу. И свечку, да, взяли. Это он.
заходили, было на улице светло. Да. Слегка. Ты что, меня поцеловать хотела? Да? Да. Нет, я просто в кадр хотела. Ну не обижайся, не обижайся. Мы придем домой, я еще посмотрю. Надежда умирает последней, конечно. И Тёма, с пауками? Я знаю, туда надо... А мне вручили новую сумочку. Да, а тебе вручили новую сумочку. Еще палочки не хватает, да? Да-да-да. Как мотузочек. Нас попросили подарок купить. Подарок мы купили, сейчас поедем завезем. И поедем домой делать суши. А, да. А я просто снизу. И возможно. Да, и возможно, еще будем этот. Чуть-чуть Тёмику в комнате перестановку делать, если не будет поздно. Я хотела слайм сделать. Слайм сделать? Ну то все вопросы к маме. Будем с Тёмой сегодня пробовать делать слайм. Пошли. Он вам надо? Да ну как это надо? Точно? Да. То Тёма уже просит. Ну вот теперь сделаем. Ой, ладненько. Поехали. Мы ура, наконец-то дома. Ура, наконец-то дома, мы еще не ура, наконец-то дома. Нет, ура, мы стоим. Ура, наконец-то почти дома, да? Да. Я не так сказал. Это что, пустое? Да, это выкинь. Это своим. Нету. Это тоже мусор. Не-не-не-не-не-не. А, нет, это не мусор, то твоя трубочка, да? Да. Всё. А это? А это что же? Это что же забирать надо все? Ой, Тёма. Блин, как я обожаю цвет на этой машине. Перламутр, он такой красивый. Видите? Я не знаю, видно, он переливается или нет. Сонька, она ж не делает вблизи фокус резкий. Ты издалека смотришь. Тёма, ты бежишь сплять. Тёмочка, не кричи. Так. Короче, мусор в багажник. Там чашки. Да, потом покажем дома. Наконец-то, боже, когда последний раз мы это покупали? Кого? Ну, вот это вот, три в одном с чашками. Еще, наверное, в конце весны. Прикинь? Да, где-то с полгода назад. Это что, у них акция получается раз в полгода? Ну, наверное. Ну, что-то похоже на то. Так, просто чтобы в руках много всего не тянуть, надо одеть на себя. Все, пошли домой. Да. Теперь мы точно дома уже. Это давай, забирай свои игрушки. Это. Возле компьютера себе поставишь Кракена своего. А то я конфискую себе в компьютер. Это как из мультика. Да, как из мультика. Это у Тёмы будет для этих самых, для конфеток, для разных подарков. И Тёма, для чего еще? И для денег. О, понятно? Сумочка для денег, да? Вот да. Это я понимаю, сумочка для денег. Пауки. Да. Паучки, кстати, а ну, я хоть один посмотрю, можно, да? Да. Я кусочек. Пластиковые, да? Или, да. Или резиновые какие-то? Нет. Пластиковые. Да, я попробую. Да, пластиковые внутри не пустые. Да, я попробую. Попробуй. Да, забирай. Закрывай назад. Так. На Хэллоуин будем открывать. Смотри. Свечка. Хочу посмотреть. Такая тяжелая. Такую свечечку еще взяли. Это вот так. Паучки. Прикольно. Такую взяли и вот поменьше, да. Happy Хэллоуин. Прикольно. Дальше. Это у нас этот будет. Растяжка да. Типа гирляндочки. Ну, а тут дальше неинтересно. Шоколадка. Прикольно. Это для слайма. Это да, для это слайма. Неси к себе в комнату. Ага, хорошо. Водичка, шоколадка. Короче, ничего интересного. Шоколадка от Тёмина, по-моему, там. И твоя, и Тёмина. Да? Да. Нет, Тёма себе отдельную купил. А, она в другом пакете, значит. А, да. Смотрите. Тёма там себе отдельно взял. Классно, задом ходит, да? Томатный сок. Чихаешь. Ну я ж не буду это. Кружка. Да. Одна кружка. Вторая кружка. Третья. Третья кружка. Мы очень сильно любим кофе именно три в одном, оно прикольное. А тут еще вдобавок кружка, почему бы не собрать хороший набор? О, это вот еще. Вот такие вот. Ой-ой-ой, что кидаешь? Наклейки. А это наклеечки. Там черные, белые и оранжевые. Вот такая вот силиконовая эта. Формочка. Да, и что делать? Таня сказала, будет сюда, сделает этого, как? Чили. Типа бисквитиков туда, всякого, ну, чили. Кексики. Желейки, Тёма говорит желейку. Можно и желейку, что хочешь, да. Можно. Вот Тёмина шоколадка и... виноградик.
Нашли. Опять хотели Памела сегодня взять, а они зеленые. И все зеленые, это просто ужас. Как? Они как прям их... реально зеленого цвета. Ну как их могут привозить, я не понимаю. Ну чтобы не портились, провести, привезти, как оно. Ну я понимаю, но мы взяли, помнишь, зеленый? Все, теперь переодеваться, это все уносить на кухню и делать суши. Да, а у меня сейчас на кухне творится самый настоящий суши-беспредел. Рис делается, все еще замороженное, ничего еще не размороженное. Мы уже все хотим суши, но еще ничего не сделано. Зая, помогать. Так будет быстрее, гораздо быстрее. Кто едой занимается, кто играет. Да, это папа мне пришел помогать. Ну, чтобы мама. Вы понимали, чтобы это все быстрее сделалось. Что это такое? Где? А, это об двери вот в кладовку поцарапалось. Надо ее наказать, пойти в кладовку. Надо этот самый, там получается ручки прикрученные, понял? Угу. Еще старые ручки и то ли гвозди там, то ли что, я не знаю. Со внутренней стороны, когда я ее открыла, когда разворачивалась, случайно дотронулась до двери. Ладно, дотронулась, а тут-то... С такой этой самой. Теперь суши будут с кровянкой? Да. Вот расскажи нам, с чего будут суши. Вот с этого. Угу. Креветки, мидии. Это лоси? Да. Лоси-соси? Лоси-соси, крабовые и колбаски. Сыр, колбаска. Огурчик. А рис тоже будет? Зачем нам рис? Мы будем вообще без риса. Да, будем без риса делать, да? Ну, да. Тоже, в принципе, правильно. Чего? Будем делать эти самые, как их, роллы, но без риса. Пальчики пекут. У меня это, сам, видишь, оно вавка, и получается сок попадает. Это стопудов ты к Хэллоуину готовишься. Решила себя почикать все. А, да. Кстати, ребята, такой вопрос к вам. В прошлом году нам на основной канал очень много народу писало, что... Как вы его празднуете, этот праздник Хэллоуин, это не ваш праздник, это сатанинский, и что-то там в этом роде. Хотя по всему городу, по всему городу? В магазинах. Зай, по всей стране. Нет, подожди, мы просто говорим, например, за наш город, да? В каждом магазине, да? Вот мы сегодня были в Маке, да? И в Маке уже начинается Хэллоуин, они там паутин понавешивали. Нет, подожди, за Мак ты ничего не говори. Потому что Мак это американская фирма. А люди там не американские работают. За это можешь ничего не говорить, потому что начнут съезжать на эту тему. Хорошо, в других магазинах. В других магазинах все равно это все есть тема. И продается сейчас кучу везде, всего. Кучу. В самых простых сетевых магазинах. По городу люди ходят постоянно на сам Хэллоуин. И накрашенные там... И ну, мы часто в смысле мы, часто, каждый мы раз. Мы каждый раз красимся и каждый раз идем в магазины. Нам нравится этот праздник, да. Интересно приготовиться к нему. То есть, ну это какое-то разнообразие. Оно интересно просто побыть в роли какого-то своего супергероя или какого-то. В роли самой себя. Я тебе уже сегодня говорила, что я буду ведьмочкой, и образ не придется менять. Ладно, я не стесняюсь этого. Ведьмочка, она и в Африке ведьмочка. Почти все готово. Да? Да. Такой дурдом у нас. Это не дурдом, это еще нормально, кстати. А если дома начинает еще телевизор, папины видео и Тёмины мультики, причем мультики на компьютере, на телефоне, возможно, плюс еще на планшете. Все, пока. А так? Мы уходим от тебя. Иди, отойди. Вы понимаете? Папа, не отогнать. Отойди, папа. Одна колбаска готова. Да. И с тобой, с колбаской. Колбаска с колбаской? Да. Круто. Да кому там не спится? На историю кто-то отвечает. Кому-то не спится. Конячья. Замечательно. Смотри, я уже тут зрительно переделила все, видишь? Я вся сосредоточена. Давай, ты будешь меня это. Если я буду озвучивать, да. Никто это не сможет сделать потом. Нормально. Не, прикольно, кстати, реально. Самому получаются такие, очень как ты захотел, прикольно. Такие себе и сделать. И суши. И ты не думаешь. Роллы. Вот. А, ну, ты вот, неправильно. И я же говорю, и ты не думаешь, что это вот там сухое, там сыр не такой, там еще что-то не такое. Не получится повозмущаться. А тут
Наляпал все, что захотел, все, что было в холодильнике. Я читала, делают из курицы и не только суши от слова типа там сухая, ой, сухая. Свежая рыба, там свежие морские и все остальное. Делаю чем угодно, абсолютно. И всегда прикольно. Вот уж. Видишь, у меня как этот самый, как и надо. Здесь чуть-чуть, здесь сантиметр, здесь 2 сантиметра отступать. Это чтобы приклеилось. Да. Это чтоб приклеилось. Так, крабовые палочки. Крабовые палочки. Видишь, как замечательно, ровно 3 штуки ложится. Крабовый огурчик, сыр, да? Это самое прикольное сочетание. Да, кстати? Да, да, да. Хотя нет, лично для меня самое идеальное, это вот вместо крабовых красная рыба. Там или лосёс, или сёмга, без разницы. Вот это для меня самое идеальное. Вот так вот как-то надо, а то слишком много получается. Да, плевать. Можно просто водой, а у меня там уксус с водой разведенный. Надо вообще яблочный уксус, но у меня там капелька обычного. Оно тогда лучше все делается. Вот. Замечательно. Прикольно. Ладно, давай лепи. Так, у нас наконец-то подошло дело к разрезанию черных колбасок. К нарезанию. К нарезанию черных колбасок. И понимаете, как хотите. Но вот они такие есть. А будем кушать. И мне пофиг, как они у меня получились. В смысле, а как они у тебя получились? Это просто так, ты за вот эти, за крайние. Ну, крайние, то крайние. У меня просто сильно... Сильно рассыпчатый рис получился, понял? Соусом будет и вообще замечательно. Соус и этот, как его забыл? Зеленый. Васаби. О, что могу уже говорить? Сусы. Сусы, сусы. Сюси плесли. Будем да. Кушать. Смотреть передачу и кушать? Да. Которую нельзя смотреть. Стол накрыт. И будем смотреть то, что нельзя смотреть, когда ты кушаешь. Давай, не рассказывай тут людям, что можно, что нельзя. Все, я за вилочками. Вкусняшка. Ребята. Все, мы кушать. Да, мы кушать. Всем приятного аппетита. Нам спокойной ночи. Ты много раз говоришь. Не туда надо смотреть. Ладно, всем до завтра. Всем привет. Всем привет, народ. Как вам тут изменения? Вот такие. Да, вот такие. В общем, мы решили Тёмику здесь сделать такие нормальные изменения. Переставили шифоньер. Убрали тумбочку, убрали стол. И что еще? Ну, подвигали. Все поубирали, да. В другую сторону. Да, все в другую сторону. Короче, прикольно, здесь теперь так просторно стало, все лишнее поубирали. Все с ума сходит. Да. Нет, реально это классно. Классно стало, стало светло, так как большое темное пятно от окна мы переместили к двери. Тумбочка прям под этим самым, розеткой. А, да. Довольно-таки удобно заряжать телефон, планшет, еще либо что. Темен ночник модный. Да. Прикольно, ну, короче. Диван у нас остался в том же месте, потому что это комфортно. Тема сегодня сказал, надо купить диван Hot Wheels. Да. Да? Прямо... Я буду с ней ночевать. И стол у нас переехал в больше светлую зону, можно сказать так. Да, уже батареи стоять будет, короче, классно будет. Тепленько будет. Вроде как уже должны скоро отопление включать. И куда? Ладно, народ, а сейчас мы собираемся и едем в село за тыквами. Да, пойдем в баньку сходим. Будем делать тыквы на Хэллоуин. Чтобы были сырные. Нет, чтобы мы не были жирные, Тёма говорит, надо сходить в баню. Да, сейчас поедем в село, заберем тыквы, в баньку сходим, короче, шашлычков пожарим. Так что... Самое основное, это сделаем шашлычок и сходим в баньку. Да, так что все, погнали. Пошли, Тёма. Ребята, у нас... Посмотри, ничего там себе. Деревья попиляли, а тут сажают. И садят новые, да. Ну, ничего себе. Прикольно. Зая, этот мир сошел с ума? Походу, да. Прикольно, Я реально в шоке. Угу. Сколько стояли там деревья, вот эти поля. Ну, сами знаете, стоят тополя, их постоянно обрезают. Ну, вот как вот это. Ну, да, чтобы веток вот таких вот не было. Это, ну, в принципе, довольно-таки прикольно смотрятся обрезанные такие тополя, а потом, когда они пушистые становятся. Раньше же надо было, как получается, да, больше деревьев, типа, красиво, зелено. Да, ну, красиво, зелено. Но сейчас смотри, когда едешь, у тебя большое пространство пустое. Да. Реально прикольно.
Но смотри, деревья из-за чего еще, ты мне сам говорил, садишь? Понятно, кислород и все остальное. Нет, для дорог. Для дорог, чтобы не заметало снегом зимой. Да, да, это понятно. Но все равно заметает оно. Этот. Все равно как не убирают, что с деревьями, что без деревьев. Короче, молодцы. Реально молодцы. Да. Старые убрали, молоденькие, новенькие посадили. Ой, смотри, время туманов. Хотя уже обед, но все равно есть туман. Уже практически час дня. Да, пол первого. Ну, а вот туда вот тоже видно. То есть по вечерам сейчас вообще хороший туманчик будет. А люди без света ездят. Боже, я на москвиче всегда ездил, понимал, что там генератор не такой, как это. Всегда со светом ездил, всегда. Ну, как-то так. Смотрите, какой мосик. Впереди бампер не видно. Да, линзы стоят. С линзами, да, был? Да, 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 линзы. Куда? Ну, все самодельное видно, бампер передний точно самодельный. Ну, блин, такой прикольный вообще. Ну, видишь, выделился, и уже не на такой машине, как все. Пусть это москвич. Пускай это колхоз, пускай это все, ну, все равно. Но он выделяется. Зато на себя привлекает внимание, не важно чем, но он привлекает. И, кстати, не такой уж он и смешной, он реально прикольный. Нормально. Круто. Если ты это видишь, тебе лайк. Вот как малыши проходят этот самый через дорогу. Флажок с одной стороны, флажок с другой стороны. И тут махают. Да. Не успела просто чуть-чуть взять камеру. Ну, так прикольно, так смешно. Молодцы. Так, короче, машину помыли. И какой же все-таки шашлык без мяса? Сейчас приехали в магазин. Припаркуемся, пойдем выбирать, какой же нам надо маринад до мяса. Короче, пойдем сейчас возьмем мясо, пару килограммчиков. Все, в путь дорогу. Все, сок забрали, сок купили, мясо купили, шампура взяли, чипсы купили. Все, мы готовы полностью. Самое основное — это мясо и шампура. Все остальное не важно, можно найти. Даже запить можно найти, правильно? Да. Отлично, все, в путь дорогу. Какая красота. Осень. За дорогу. Осень золотая. Да, я за дорогу. Какая красивая у нас дорога. И уже давным-давно она не ремонтировалась. Отличная дорога. Блин, деревья такие желтые, такие красивые. Люди и грибники. Кстати, мы пока ехали. Машина. Я не знаю, сколько их там было. Но людей реально много ходят сейчас по лесам, смотрят грибы. Да. Ой, боже, какая красота. Прикольно. Вот, кстати. О, с двумя ведрами. О, ты видел, какие там грибы? Ага. Такие? Ну, сейчас сырость, видишь, туман, это же самый раз, получается, для грибов. Посмотрим, может, мы этот самый приедем в село, будет у нас время. Там есть тоже небольшой лесочек. Ну, это навряд ли, потому что может, времени уже будет столько, что оно потемнее часочек. Приехали до бабушки. Все понятно, мы уже приехали до бабушки. Все повынимали, все это. Да, все это. Все повынимали. Вот это. Блин, запах тут. Бабушка баню затопила уже. Да. Квак. У нас тут были пни большие. Кстати, реально был большой пень. Осталось вот что-то осталось. Куча опилок. До курочек. О, а что у бабушки еще есть? А, понятно? Мы показывали, что мы же говорили, кстати, летом, что будут ставить, и потом покажем, что поставили. А, да. Это ж дядя Саша, по-моему, ставил. Ну да. Какой молодец. Петух. Ты что? Белый петух. Зая, белый петух. А мы это там не будем жарить. Это мой страх с самого детства. Дай-ка, мы там не будем жарить. Да, да, где же еще? А белый петух — это мой страх с самого детства. Они постоянно на меня нападали. Постоянно. Ладно, пошли. Сколько там листьев. Так, смотрите. Вот есть тыквы. Но это еще не все, я так понимаю. Смотри, какая огромная. О, гигантик. Ой, тачка есть. А вот эти вот одинаковые, видишь? В смысле одинаковые, нет. Вот этот самый идеальный, этот похож на него. Мне кажется, там еще есть на складе. Тут просто есть много складов.
И думаю, там еще по-любому есть. Но мне кажется, вот эти вот самые будут прикольные. Два. Вот эти два. Да? Вот эти? Да. Возможно. Кроссовки подходят, да? Я тоже с этого самого. От тыквы похожу. А Тёма хочет лопату. Зачем тебе лопата? Надо. Что ты будешь делать? Делать огород. Огород будешь делать? Да. Вот. Ну, Тёма, пошли искать лопату. Так, вот уже несколько готовых. Еще убираем. Вот это тоже. И ты, наверное, тот. Да они тоже горелые уже все. Ну, вот это тот забираем. Ну, чуть-чуть так. Хай подгорят чуть-чуть. Чтобы тоже был активированный уголь. Да, а то не до масти как-то. Там угля много, а там угля мало, чтобы всем одинаково было. Выбирать, да? Кому горелый, кому не. А так будет всем одинаково. Руки покоптить. Покоптить? Да. Точно? Уверен? А за руль чем ты будешь? Костяшками держаться? Да. Я же их просто сейчас съем, обгладаю. Итак, ребят, все, короче, шашлыком нажрались, бабушек домой позавозили. В баньку сходили, все сделали, что хотели. Все. Да. Так что мы сейчас... А теперь домой? Собираемся домой. Едем домой. Ехать надо приехать домой, выгрузить вещи, попить чай. И все, поехали. Спать. Опа. Все, мы наконец-то дорулили домой. Да. Все. Вот они, наконец-то. Эти цветочки, которые нам подсунули, которые я только-только увидела. Пахнут так прикольно. Смотри, такой цвет необычный, да? Розовый, жёлтый. Один решил сбежать. Их надо срочно ставить в баночку, потому что ехали в пакете. Да. И мы наконец-то, наверное, нашли незеленую помело. Да. Бананчики, мандаринки. Классно. За тобой тыковки. Да. За мной вот эти тыквы. Здоров, какие они гигантские. Килограмм по 15 каждая. Да. Я думаю, та не будет чем заняться, когда будет вырезать. Короче, куча всего попривозили, все отлично, все круто. Бабушкам огромнейшее спасибо. Банька была просто суперовая. Все круто. Че еще? Да, ну все, наверное. Давай. Конечно, все. На этом все. Нам еще, да, куча работы. То есть еще чай попить. Скушать это. Еще пару еще часов работать, фильм да? Посмотреть. Короче, ой-ой-ой. Ладно, все, друзья. Ребята, на этом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, ребята, на наши соцсети, да. Подписывайтесь на соцсети, все ссылочки будут в описании к этому видео. Еще отдельное спасибо за донат. Еще раз спасибо за просмотр и всем пока. Все, пока, народ.